Re, весь этерс ир те. Как вы празднуете Рождество? Ой, хорошо, мы празднуем. Все, ну все, приготовились, все. Ходим в церковь, потом вечером пекем пироги на стол. Каждый раз накануне Рождества мы накрываем стол, на который там 12 блюд, как было 12 апостолов Иисуса Христа. Я только приехал из Лондона, сразу же в церковь. Но мы всегда ходим в церковь на причастие, потом накрываем на стол, дарим друг другу подарки. Так что у нас это очень большой семейный праздник. Приходим в храм с детьми, причащаем детей, приходим домой, устраиваем праздничный завтрак, накрываем красиво стол. Ну, в домашних обстоятельствах вместе с семьей. Вчера у нас был сочельник, мы сидели тихонько, спокойно, слушали службу, молились, а сегодня мы можем уже обедать. В этот праздник отдыхаем, гуляем, наслаждаемся погодой хорошей. Очень радостный праздник, добрый, хороший, семейный.